Добрый день. Я вот разместил у вас заказ, и там две позиции в этом заказе. Я оплатил, ну, там, примерно четверть заказа бонусами «Спасибо». И вот сейчас думаю, что при получении, наверное, от одного товара там откажусь. Вот я хотел узнать, как там будет производиться списание этих бонусов при отказе, при получении. Там пропорционально стоимости заказов, либо вообще отменится. Номер заказа 2106-225-299-93-710. Минут, пожалуйста. В целях контроля качества разговоры записываются. Пожалуйста, после разговора с менеджером оцените качество консультации. Добрый день. Вот я разместил заказ номер 2106-225-299-93-710. Вот, и оплатил его частично там бонусами «Спасибо». И вот хочу, наверное, уже при получении от одного из товаров отказаться, потому что он немножко дороговатый получается, дешевле нашел другого. Хотел узнать, а вот у меня бонусы «Спасибо», они будут как-то пропорционально списываться, либо вообще не спишутся, либо как это будет происходить? Они не спишутся. Получается, если вы будете оформлять возврат денежных средств, вам придется в том же соотношении. То есть 40% бонусов «Спасибо» вам вернется и 60% денежных средств. Это за каждый товар, да? То есть, так я понял вас? Ну, вы, получается, только утеплитель будете отменять? Я буду, наверное, только шланг покупать. Я говорю, утеплитель будете отменять, правильно? Ну, при получении, да, мне кажется, он там не очень качественный. Я вас понимаю. Когда утеплитель вы просто отмените, оформите заявление на возврат денежных средств, вам вернется 60% от суммы 1616 рублей денежных средств, и 40 бонусов «Спасибо». Все, я понял. Все, спасибо большое за консультацию. До свидания.